Всем привет! В эфире самый жаркий выпуск Библав-шоу на Библик ТВ. И с вами Андрей Лазуков. И Дарья Курбатова. Наконец-то! Лето, солнце, жара! Мне кажется, я знаю, что поможет тебе и нашим зрителям. Ты что-нибудь слышал про детскую модельную библиотеку? Ее открыли в прошлом году. Давай прямо здесь и сейчас с нашими зрителями совершим незабываемую экскурсию в это уникальное, современное, классное место. Давай, здесь нет солнца и столько новых книг, игр и возможностей. Давай представим, что мы с тобой не просто ведущие, а как будто мы проводим уникальную литературную премию. Я думаю, будет здорово, и зрители меня поддержат. А то! Всем, кто читал со мной сейчас, ставлю 5 по чтению, а те, кто книги им писал, заслужили премию. Да, первую ежегодную литературную премию Библав Шоу 2020, которую сегодня мы вручаем победителям. В течение всего учебного года мы отбирали книги, которые наиболее интересны нашим читателям, среди которых современная художественная литература, классика. А также книги-лауреаты книжных премий, книги уральских писателей, книги о профессиях, современная литература для подростков и многое другое. Даша, я думаю, нам пора начинать. Андрей, я недолго думала и решила ответить тебе «да». Премию Библав-шоу 2020 можно считать открытой. Как же все-таки за последнее время преобразились многие библиотеки. Я тут почитала на Facebook, что в 2019 году было модернизировано 134 библиотеки в 44 российских регионах. В Инстаграме пишут, что уже в этом году запланирована модернизация еще 110 муниципальных библиотек из 52 регионов. И у нас в Пышме открывается в этом году еще одна модельная библиотека. Представляешь? Да, я читал в прессе, что такой проект предполагает преображение 660 муниципальных библиотек. Компьютеры, интерактивные столы, зоны творчества, новые книги и журналы. Зависать здесь просто здорово. Но что-то мы заболтались. Я думаю, к месту будет объявить победителей первой номинации. Итак, Даша, на правах девушки, тем более такой симпатичной, я предлагаю тебе огласить первую номинацию и ее победителей. Благодарю, Андрей. Не стоило вгонять меня в краску. А хотя у тебя этого и не вышло. Друзья, первыми мы отметим книги из фонда, которые назовем «Научно, популярно и интересно». В детской библиотеке оформлена целая выставка об Антарктиде, от которой исходят волны свежести новых книг. Энциклопедии Пышминской детской библиотеки заслуживают отдельной номинации, так как востребованы различными категориями читателей. А если вас, как и нашего Андрея, внезапно потянуло к знаниям поглубже, спешите в читальный зал модельной библиотеки. Здесь вас встретят серии, включающие не один том энциклопедии. «Великие русские путешественники», «Детская библиотека Росмен», «Что есть что», «Аманта плюс». Все это можно почитать на удобных пуфиках или ярких диванчиках, расположившись с комфортом, поэтому номинация для энциклопедии названа «Энциклопедический комфорт». В номинации «Энциклопедический комфорт» бесспорное лидерство принадлежит новинкам. Эта серия «Все на свете знают дети». Данная серия представлена выпусками по темам «Как устроена Вселенная?», «Почему желтеют листья?», «Куда девается мусор?», «Почему дует ветер?», «Как работает водопровод?» и другими. Книги предназначены для детей от 6 до 11 лет. Полка с книгами о космосе не оставит равнодушными ни девчонок, ни мальчишек постарше возрастом. Здесь есть даже книга, которая светится в темноте. Также детская библиотека предполагает широкий выбор книг об истории. В номинации «Помогатели-воспитатели» лидируют книги серии «Воспитание с любовью и пониманием». А сейчас мы расскажем о книгах и номинациях фонда «Ее Величество. Художественная литература». Малыши и их родители выбирают книги из серии «Читаю по слогам» и книги с крупными буквами. Для ребят постарше есть свой стеллаж, возле которого уютно разместились пуфики. Все для того, чтобы читатель чувствовал себя максимально комфортно, чтобы хотелось приходить снова и снова. Таинственный мир фэнтези и приключений, толстовских романов и повести Чехова –
зарубежных классиков и современных писателей, серии «Школьная библиотека» и «Понарошкина», прикольные детективы и романы для девчонок, «Холли Веб», «Майя Лазаренская», «Нина Дашевская» и многие другие. В номинации «Современный подросток выбирает современного автора» мы выявили несколько победителей. Конечно, здесь занимает уверенную лидирующую позицию Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, умелые литераторы, гуру современного детлита. Их книги «Минус один», «Время всегда хорошее», «Пока я на краю» и другие пользуются спросом среди юных читателей и их родителей. Самая популярная фраза в отзывах на творчество этих писателей – «Читал всю ночь, не мог оторваться». Невозможно не затронуть творчество Олега Райна, Евгения Рудашевского, Марины Арамштам, Елены Габовой, Марии Мартиросовой, Тамары Крюковой. Красочные иллюстрации, современный дизайн и удобный формат – все, что нужно юному современному читателю. Номинация «Читай Уральское» – одно из центральных мест на абонементе детской библиотеки – занимает книги уральских писателей. И, конечно же, мэтром этого раздела является Владислав Крапивин. Первые книги Крапивина «Рейс», «Ориона», «Брат, которому 7» появились, когда писателю было всего 25 лет. Сегодня читать уральское важно и необходимо, которое мы обязаны сохранить и передать последующим поколениям. Ежегодная премия имени Владислава Крапивина вручается детским писателям Свердловской областной детской библиотеки имени Крапивина под барабанную дробь каравеловцев. Премия вручается в день рождения писателя 14 октября. И, конечно же, в нашей библиотеке есть большое количество книг, авторы которых стали лауреатами этой премии. Татьяна Менщикова «Мой отец зажигал звезды», Дарья Варденбург «Правило 69 для толстой чайки», Виктория Ледерман «Теория невероятности» и многие другие. Книги «Компас-гида» отличаются от другой подростковой литературы. Нет ни одной книги, которая бы огорчила. Все книги по-своему прекрасны и будут интересны не только подросткам. Книги для думающих детей и подростков. Под таким девизом «Компас-гид» выбирает произведения российских авторов и издания для перевода. «Компас-гид» ищет такие алмазы, ограняет их. Книги Евгения Рудашевского особенно любимы нашими читателями, ведь автор приезжал к нам с визитом и оставил незабываемые эмоции от диалога с юными читателями. Рисунки Ольги Громовой влюбляют в себя с первого взгляда. У стеллажа с книгами, выпущенными издательством «Компас-гид», всегда есть читатели, чему наша библиотека несказанно рада. Номинация «Уникальная книга». В данной номинации представлены книги, которые отмечены читателями, конечно же, за их содержание. Но изюминкой каждого издания является автограф писателя на титульном листе. В номинации «Уникальная книга» читатели отметили книги «Тео. Театральный капитан», автор Нина Дашевская, «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко, «Точка бифуркации» Николая Пономарева, «Янка» Тамары Михеевой. Приходите и берите книги с автографами в детской модельной библиотеке. Даша! Даша! Опять где-то потерялась. Вот и подходит к концу самый жаркий выпуск «Библов-шоу» на Библик ТВ. Мы рассказали вам о самых популярных книгах в фонде Пышминской детской библиотеки. Хотелось бы добавить, что в детской библиотеке создаются все условия для выполнения ее миссии. А свою миссию библиотекари видят в создании развивающей среды для формирования устойчивого интереса к книге и чтению. При этом учитываются интересы и потребности современных детей. Поэтому библиотечная среда не имеет границ. Это не только современный интерьер, представленный творческими мастерскими, не только книжный фонд, но и блог, и сайт, и группы в соцсетях. Библиотечное обслуживание ведется в формате доступных и интересных всем категорий пользователей. Хочешь – просто читай, хочешь – читай и проявляй творческие способности. Не знаешь, какую книгу взять? Есть выставки и обзоры, рекомендательные презентации. Любишь слушать, когда читают вслух? Есть громкие чтения. Хочешь встретиться с любимыми писателями? Библиотека организует встречи. И мы с уверенностью говорим: библиотека, книги, авторы ждут своих читателей с нетерпением. А нам пришло время прощаться. По Пышминской детской библиотеке с вами путешествовал я, Андрей Лазуков, и затерявшаяся между стеллажей Даша Курбатова. До новых встреч, пока! Даша!
Даша!